Обыкновенно, свободно стрим. Все, захожу обратно. Почта есть ко? Есть почта. Поставь почту. Просто это всего лишь вторая фаза. Что мы будем на третьей делать? На куполе, блядь, на этом. На натиске. Вторая фаза, которая вообще без смертей должна проходить. Дай проверку. Мне кажется, на натиск мы ляжем. Ну да. Я даю 100%, что на Миказа или Деката. Так пускай они стоят в рейде везде, блядь, и в крестике. И положат рейд. Ну, блядь. Ну, я просто вот, блядь, как я вижу, что будет. Ну так пусть не бегут они к боссу, стоят, дрочат. Без лута просто. Они на куполе сдохнут, что ты переживаешь? Если купол не сначала. Я... На куполе сдохнут, зато рейд выживет. Ничего страшного. До купола еще натиски будут. Запускай. Это ж рандом, третья фаза рандом. Может на буре переть так. Дай систа еще одного и да. Что, короче, что по глуму вставать на третью фазу, да? Чем все новенький. На третьей фазе метки для натиска это звезда и крест. Пончик, третья пати, да, ассист? Интересно, кош спасает? Просто я тебе спросил с пылы боссов у людей, которые первый раз здесь, на 100% уверен, что они бы даже не ответили. Нет, я до купола доходил, когда травил, но не убивал. Видишь, я угадал с позиционку твоего мишки. Там луча нету, видать, в этом шипе просто. Да. Я там всегда стою на пропаде. Метеоры проще закрывать. Выбирай сразу его. Че, иди собирай. Что? Жадость. На слотке вылетел. Хрена. Даже повешаешь на медло.
персик опять погиб. Да, я дико извиняюсь, меня опять выкинуло. Ход. Штурм. Минус 2. Есть ли смысл продолжать? Чтобы попробовать и показать детям, то да, имеет смысл. Может, научите? Ну, будем мучиться, пока не домучим. Два человека вылетают. Вы обнову не скачали или что? Не, я ничего не скачивал, я не знаю. Что мне это значит? Обнову скачай. Перезапусти клиент, реально. Бля, почему три моба нахуй на войде? Ведь на приколе там. Как у вас там дела? Как отдыхается на той стороне? Не хотите перебежать, блядь, например? Тоже не совсем понял, блядь. Половина стоит там, половина там, стоит. Ну, зайдите, скачайте, кто вылетает, блядь. Там через 3 минуты вас кикает, блядь. Разве была обнова? 50 метров. Это просить. Питаю, гулять даже одного. Наши. Портал закрывайте, блядь. Шторм. А что, вот фулового нельзя было взять? И пануться, блядь. Бляж, сливать. Дать овешку меньше сделать. По большим орду дать больше. Которые стоят на вот. Раз так, а веди. Один. Ой, да просил. Добил я луну. Два моба останется, пусть не. Что-то. Расходитесь, помыть. Что, Рейнер по япончику закинь, чтобы откатывался. Нет РДД. Вообще. Метки.
Фаза, Термион, Кирс, Маск, Твойт просто. Теора. Я хил. Метку обратно. Дарк. Кто разлил прям по центру? Милик какой-то. Видишь, на Миказу. Тимыча подними, Энджу. Метки. Вага, Шторы, просто отец, Дэнч, Краск. На народ. Закрыли. Похил. Лужи не ловите, госы идут. На каких людях дебаф? На Йотане, на Нермионе, блядь. Дайте. Для ужина. Чё, нормально доказываешь? Я же сказал сразу, у меня КД, я лужу выносил, там уже пусть. Подмечаю. Лучи. Метки. Теора. Закрыть. Хайхил. 6 стаков. Забирай. Блять, не трогай Лучи. Босса. Не таунти никогда, я его сам потанчу. Метки. Теора. Госы идут. Войд, короче, стою в треугольнике. Это, только меня хитти. Тимыч, не таунти босс. Хил. Лучи, лучи. Метки. Народ, япончик, Энджи. Просто отец, враз. Теора. Далее закрыть. Хил. Лучи. Метки, Шторы, Йора, просто отец, Даркер, Враска, Метеора. Лучи. Метки. Боссы идут. Враска дебаф поймал, я уже понимаю. Враска на Миказе. Ложный выпад, если успеешь, сделай. Кошка. Это, не знаю, что скажу. Это, лапс. Минус на Миказе. Теоры закрыли. Героически в соло закрыл. Чего вы с трусов там залипаете, блядь? Не знаю, там даже танк стоит. Дебаф. Теора. Ща Денчика проебем. Ебали, наверное. Встанешь. Угу. Баф. А тут, если что, на арте под шметки. Какое пламя. Теора. Хил. Дальше бьет. И нерочка, если есть, в луну. Сейчас в луне стоишь?
Да. Да сейчас перефаза уже. Сейчас дам зайка. Мур. По-моему, метка звезда неправильно стоит. На леве должна. Какая разница? Кто-то поднимите. Сейчас ловят. Несложная это... же. Вроде несложная, да, фаза? Постараюсь выжить на куполе мишкой, но это... Если выживу, скажешь там Берикова. Ты держишь за мной, нормально. А, давай я за тебя прицеплю его. Тихо, танчи. Натиск, отбежали все оттуда, нахуй. Кто не ловит ебучие шары? Все равно кто-то... справа, сдвиньтесь. Ебать. Тот, кто умудряется, левее станьте немного. Чуть-чуть левее сместитесь из звезды. Луч. Луч, народ молодец. Он на ком агро было? Да, мне было. На ком? Ну, а что ты тут делал? Что ты не под боссом был? Я под боссом был. А куда вы бежите вообще? Вот потом прибежал. Что у вас за трудность? Потом уже прибежал. После натиска как раз прибежал. Ты на натиске должен стоять, вон где фиолетовая хуйня, блядь, крутится. А нахера сейчас люди решили звездочки в крестик перебежать? Очень медленно. Где? Да там потому что луч был греет. И что? Ну живай, ну, когда луч. Был, прошел, зачем бежать-то? Потому что там земля ледяная. Ну а натиск вот сейчас они словились за это. Ну. Лично я. Ну, как бы ледяную землю ты тоже не прохилишь на половине. Ну вот, что я говорил, что есть люди в рейде, что их нету. Ну хз, по-моему, одна... ледяную землю проще прохили, чем нас. Одна хуйня, просто, понимаешь? Пиздец. То же самое по поводу ДПС. То, что ДПС вообще нет. Ну мы же в минус 2 били. Ну я понимаю, что в минус 2 били. Ну, допустим... Мы бьем сейчас вообще, ну я вот вторую фазу я не бил особо, ну вообще не бил, я смотрел, заносил, блядь, смотрел, где кто что делает. Вот, мы сейчас били, блядь, вторую фазу, честно тебе признаюсь, мы били в минус, наверное, по ДПСу вот, блядь. Я новеньких не считаю, но Локи был бы в топе, ну и Персик какое-то количество урона бы тоже сделал. Я понимаю, вот смотри, вот десятка, вот у Энжи там у тебя, да? На второй фазе. Окей, заебись. Все, кто ниже, чем они занимаются? Удушение его. Есть РДД, которые ниже. Десятку не дадут. Ну, типа, зачем мне тут сейчас стараться, блядь, что-то делать? Если люди просто, блядь, ну, не делают нихуя, что они должны делать. И зачем нам такие люди вообще в рейде? Дайте джис. Мне-то Жена нахуй не вперлась вообще. Сидеть вайпаться, когда она убивает с первого пула. Банально из-за того, что там где-то кто-то, блядь, метку проебет, блядь, не вынесет. Метеор, блядь, люди не закрывают, не бегают. Я спокойно ее в первом рейде, блядь, убью эту Джайну. Тут, блядь, там крест подвинули вправо. При чем тут крест? Я не знаю, кто метки вообще расставлял, но криво стоял. Мне крест в натиск поймали. Я взял мет. Хуёво расставил. Звезда чуть-чуть левее должна быть. Да, надо обе метки немного сдвинуть ближе к луне. Вот здесь. Вот, угу. Вот здесь должна стоять. Рыба была? Вон робот стоит полевой. Это здесь. Здесь крест вот здесь должен стоять. Ну, можно здесь. Давайте баф. Рыбу не ставил, ставлю рыбу. Сколько пулов надо, чтобы вы на второй фазе не умерли, да? Рога, ДК, касается вас.
Я просто бы, если сэкономил прожималку зеленую, я бы умер там, потому что я выносил лужу, там был метеор, и на мне вот эта метка. У тебя две этих. У тебя две прожимки. Я просто. Я тоже даю это прожим. Если все нормально делать, прожимки вообще не надо. Просто я выношу метку влево, чтобы она, ну, нормально вынести. Домой появляется метка. Дай проверку. Впереди две луны. Метеор появляется только после метки. Как ты лужу вынес, только тогда появляется метеор. По таймингу. Ну, как бы, вот там я и продал. Вот смотри, я даже штуки пробежал, вот, могу сейчас показать. Чего запускаю босс? Анонси шторм, короче, япончик. Лак повару. Кулак повару. Кстати. А пока тут это танк? Блять, а нормальный можно дать, а не на 9 минут он закончится во время? Сопрот тоже закончится скоро у всех. Не знаю, у меня 2 часа. 2 часа это он обновится, когда час пройдет. Ну только у кого 10 минут, самое время его перепить. Бой идет минут 20 минимум. Да перебафают тебе кулак, что ты паришься. Не будет кулака, получит ДПС. Все просто. Какая разница? Тебе, парадей. Мне кажется, Львоид вторым акром играет чуть лучше, чем наши новенькие. Ну да. Это так, ладно, подкаст. Мораль ты уже. Тимыч. Чародейский шторм. Бей, бей его. Ставь его в шарики в эти. Центр, он будет сам выбирать, по одному их съедать. Не води за одним, вот три шарика лежит, ставь, пусть он собирает их. Тимыч, он по одному только пылесосит, он не может, блин, с промежутком. Секунда времени, пока он подбирает. Череп долейте. Крестик сначала у портала. Ужасный чародейский шторм. Чё так пугаешь? Квадрат слить. Потому что он не был бы таким ужасным, если бы вы очень дохера урона на нем не получили. Потому что стоите, походу, плотничком друг к дружке. Ну, трёшь быстрее сливать, чтобы
череп больше дамага. Сейчас второй появится. Блять, да что за хуйня-то? Ебучий, блять, кнопка. Вы чё? Вот по объявлению. Тимыч сдох, если чё. Дресса его уже вторым окном, блять. Блять, так поясни. 2 БР сдайте. Откатись к фазе третьей, блять. Чё тупите-то? Шторм. Квадрат добейте. Тимыч, луну заберите. Чё, народ опросился. Жил до конца, умер как герой. Сразу бейте. Один стак еще. Крест сбейте. Шторм. Портал, а потом крест. Ну хуй с ним, дал Т4. Череп забирай. Квадрат бейте. Мелких на Тимыча забейте. Подведи их в пачку за увечную. Крестик слейте по возможности очень быстро, пока он там собирает, чтобы меня три моба не дрочили. Фаза, вы сейчас если его не убьете, шторм вас убьет. Разбежали. Шторм. Разбежали. Хильте. Фаза. Жестко. Что, с тебя не таунтить? Стаунтить. Нет, я босса. Босса не надо. Метки. Метеора. Лучше.
метки. После этих меток метеоры, смещаемся. Сразу это. Позже пойдут метеоры. Диким пламенем вышли. Рахел. Персик, солнышко, дай инер по фидерскому шаману. У кого дебаф есть? У меня есть. Бля, я рад, я не могу, я не настроил хилбот на. Так я рядом стою. Я тебе закинул. Рахил. Закинул. Все. Метки. Вынесли метки. Теоры. Крылья. Рахил. Лучи. Метки. Фарада, Термион. Рост. Теора. Войд, мишку пододвинь. Сейчас дебаф поймаешь, поймал. Ему на мишку. Бьем, жаль, но... Разлучим. Никто не подбегает сразу. Метки. Термион, Тимыч, ДКшка. Торы просят пока тут. Теоры закрыть. Лучи. Метки. Теоры. Лучи. У кого и не раскатится по дынчику. Метки. Сильнее 0.5%. Боссы идут. Все. Набьет пока. Можете на перефазу уже уходить. Прохился ДК и мишку Войда. Не будет коллапс. Стой там, только, блядь, с той стороны стой. Кирс, мы его подвинули нормально. Даркис, раскол сразу ебани. На гро смотри, только аккуратно. Будем. Метки отошли. Рейндж между метками. Нашли метки. Нонси вольт. Натиск. Натиск, ребята. Аккуратно, натиск. Вообще на кончике. Боря. Проначишь до купола, когда будет 15 тысяч лучше. Добьем. Сейчас уже Геру можно давать. Давай. Метку. Как раз.
Рейндж между метками. Быстро метки все сбиваем. Вас кажется, пьем. Пошли, мили. Двинулись к крестику. Натиск. Натиск, аккуратно. Не ловите в крестик. Им. Десять секунд до купола. Разбегаемся по платформе, готовимся к куполу. Буря. На край становимся, чтобы это... Купол. Все аккуратно. Эфир не ловим, главное. Бегаем лицом, сжаем, ну, блядь. Дамажим. По конденсатам. Персик, что с тобой? Наш ты сел. Интимные подробности. Фир не ловите только. Фир не ловите. Тимыч, трэш на себя заберешь. Да, вы побежали все. Нахуя вы в середину побежали, дебилы. Купол пропал просто. Интересная концепция. Нахуя вы побежали все в середину, купол пропал и чё? Конденсаторы живые стоят, блядь. Прости, подальше чуть-чуть, ты прям вот у стенки купола. Последний конденсатор добейте, спущайтесь, войда поднимайте. Быстрее. Боф метку. Иди босса, забирай. Луч. Луч. Левее все убежали, левее. Косты сбиваются. БР поддавайте, какой есть. Там кому давай? Дай ему на это, гримперсику, гримперсику. Шторы, шторы Кирса. Грин персику, да? Да. Хотя нет. Да. Грин персику. Грин персик, шторы, шторы, керс. Не, нарцию шторы поднимешь. Чё тут лучше? Хуй знает. В элементаре пошёл, ладно. Можно не поднимать, да? И пятого. Всё, никого не поднимайте. Я не понял, почему вы, блядь, побежали все в купол и сдохли? Дебилы? Не среагировали. В смысле не среагировали? Ну, наоборот, негативно среагировали, хорошо. Все побежали, купол пропал, блядь. Все побежали, сдохли под купол. Ну, типа, изображение купола пропало просто. А что там, нет никого ДДшника, Крида моего заменить? Да все, на этом все, я больше не хочу. Шипы-то не пропали, причем тут купол пропал или нет, шипы-то... Ну, шипы не пропали, они побежали все. Сейчас а у резиста КД, что ли, вечерний? С меня на сегодня хватит. Пизду. Пиздец, блядь. Завтра еще будем собираться, ГВшники? Ну, соберется рейд, пойдем, нет, нет. Блять, реально, там просто пропало изображение купола. Пол рейда в него забегают. Прежде чем резать. Проще встать и в портал уйти. Не знаю. Могу катить. Чё-то
карту нельзя резать, а чё? Почему нельзя? А, КД у вас? Паша, зачем резать? Ты встал и зашел в портал. Ну если лежат люди, я-то чё сделаю? Я вообще не понял прикола, нахуя бежать и дохнуть? Специально.